Когда Ферхат и Аслы убегали, преследователи стреляют ему в спину. Аслы, увидев, как Ферхат упал, подбегает к нему, позабыв обо всем. На машине, проезжающей мимо Аслы, доставляет Ферхата в больницу. Узнав о произошедшем, вся семья Ферхата прибегает в больницу. Они ничего не могут поделать, лишь в отчаянии смотрят, ожидая окончания операции. Аслы, участвующая в лечении Ферхата, сделает все, что в ее силах, чтобы помочь ему. Сможет ли Аслы вернуть Ферхата к жизни? Ферхат переносит операцию, после которого он рискует остаться неподвижным. Проводит эту операцию Аслы. Остававшаяся между ненавистью и любовью, Аслы теперь вынуждена встрять в борьбу Ферхата между жизнью и смертью. Восьмая серия выйдет уже после 4 декабря. Всем спасибо за внимание.